Сегодня мы приготовим легкий салатик с крабовыми палочками. Для этого нам понадобится капуста полкочана, 2 огурца, банка консервированной кукурузы, 200 грамм крабовых палочек, пучок укропа и майонез для заправки. Капусту мелко шинкуем и мнем руками. Крабовые палочки нарезаем соломкой. Добавляем консервированную кукурузу. Огурцы трем на крупной терке. Укроп мелко нарезаем. Добавляем майонез и хорошо перемешиваем. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.